Личные данные. Мы приближаемся к концу изучения базовых понятий. Теперь можно сосредоточиться на повседневных темах. Гостиница, ресторан, дорога, магазины. Для начала научимся заполнять стандартный бланк с личными данными. Это обязательно нужно уметь делать. Обычно первая строка – это имя. Мэй. Стану на мае. Мэй. Стану на мае. А затем фамилия. Сэй. Уэно на мае. Сэй. Уэно на мае. В анкетах и не только в них нужно уметь указывать адрес. Адрес. Джусё. Джусё. В адрес входит название улицы. Улица. Чику банчи. Чику банчи. Номер дома. Апарто банго. Город. Мачи. Матава сичосон. Сичосон. Почтовый индекс. Юбин банго. Юбин банго. И, конечно, название страны. Страна. Кокумей. Кокумей. Обычно в анкете просят указать ваше семейное положение. Одинокий, одинокая, семейный, семейное. Семейное положение. Хайгуша но уму. Хайгуша но уму. Обычно интересуется вашим гражданством. Гражданство. Кокусеки. Кокусеки. Иногда интересуются также вашим образованием, занятием, профессией. Ведь не каждый человек работает по той специальности, которую он изучал. Занятие. Профессия. Шокугё. Сэммоншок. Шокугё. Сэммоншок. Добавим то, что есть у каждого. Дата рождения. Сэйненгаппи. Сэйненгаппи. Иногда люди в одной поездке посещают несколько стран, поэтому часто просят указать, откуда вы прибыли. Место отбытия. Шуппацкоку. Шуппацкоку. А также место, куда вы направляетесь. Место назначения. Моктекикоку. Моктекикоку. Цель приезда. Деловая поездка, туризм. Цель приезда. Нюкоку моктеки. Нюкоку моктеки. И то, что вы должны либо запомнить, либо переписать с документа. Номер паспорта. Рёкен банго. Рёкен банго. Номер рейса. Хикоки но банго. Хикоки но банго. В конце анкеты должна стоять дата. Хизуке. Хизуке. И подпись. Она может быть поставлена на любом языке. Подпись. Шомей. Шомей.